Депутаты Рязанской гордумы внесли изменения и дополнения в бюджет Рязани. Трансферты из областного бюджета составили 640 миллионов рублей. Из них около 200 миллионов направят на благоустройство общественных территорий Рязани. Площади Ленина, улицы Кольцова, Центрального парка культуры и отдыха, сквера имени Скобелева, сквера у кинотеатра «Октябрь», Новопавловской рощи, парка имени Гагарина, территории в районе Дома культуры Приокский, сквера на улице Станкозаводской, Лыбецкого бульвара, территории Лысой горы в Солочи и парка «Морской славы». Еще 200 миллионов рублей выделили на капитальный ремонт тепловых сетей, более 100 миллионов на благоустройство дворовых территорий, 56 миллионов на приобретение спецтехники для коммунального хозяйства, более 32 миллионов на ремонт и содержание дорог. Также на заседании депутаты утвердили изменение границ муниципального образования городской округ город Рязань по смежеству с Семеновским сельским поселением Рязанского района. Мусорный полигон в Божатково вывели за черту города. Это нужно для того, чтобы провести рекультивацию свалки. В результате изменения границ территории муниципального образования уменьшилось на 46 гектаров. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».